Повелитель стихий. Он управляет водой и укрощает огонь. Так можно сказать о герое этой серии программы «Большой человек». Владимир Иванович Треногин несколько десятков лет был главным пожарным города. И до сих пор продолжает стоять на страже безопасности горожан. С Владимиром Ивановичем мы поговорим о страхе, серьезных авариях и что для спасателей ужаснее пожаров. Владимир Иванович, вы работаете в пожарной охране уже больше 30 лет. А помните первый пожар, в тушении которого принимали участие? Конечно. Как не запомнить? У меня это была первая сарайка в каком-то садоводческом товариществе. Конечно, пока ехал, волновался, мы потушили, разобрали, раскидали там и так далее, вернулись обратно в подразделение. Чего-то такого сложного не было, но все равно это же первый. А вы сменить профессию сами никогда не хотели? Я один раз свою профессию поменял. Значит, первое мое образование – это технологический институт. И по специальности я инженер-технолог. 4 года работал на Камском целлюлозно-бумажном комбинате. Значит, а затем перешел через дорогу в пожарную часть, по охране этого Камского целлюлозно-бумажного комбината. Был назначен на должность начальника, ну не сразу, конечно, но на должность начальника пожарной части. Я еще тогда служил в Краснокамске. Мы пожар на Камском целлюлозно-бумажном комбинате тушили по 4-му номеру. Это фактически целым областью или краем отбивается этот пожар там и так далее. Загорелась крыша на одном из высоких цехов, и эта крыша площадью больше 1000 квадратных метров и ветром подхватила. Мягкая кровля по деревянной брешетке. И эта кровля улетела на 800 метров. Ну и так по территории разбросала эти лохмотья горящие там и так далее. Поэтому большое количество цехов, участков было в зоне огня. Поэтому руководство управления, которое выехало к месту пожара, в пути исследования открыли 4-й номер. Хотя в Краснокамске выше 3-го номера не было. Ну, участвовало все руководство управления, все подразделения Перми, Краснокамска, то есть большой, даже пожарный катер был. Сколько тушили пожар этот? Я домой пришел на 6-й день. Вы в Березники приехали на какую должность? Куда? На должность начальника отряда. Хорошо помню первый выезд здесь, в Березниках, когда сюда перевели, буквально в первый же день. Вечером начальник управления меня представил на совещании офицерском. Ну, понятно, что далеко не все были, но тем не менее представил и все. И сказал, ну все, флаг тебе в руки, начинай трудиться. Ну все, и началась служба. Старшину попросил, говорю, ну все, раз приступил к обязанностям, мне боевую одежду. Она сходила на склад, говорит, Владимир Иванович, ну вот офицерской нету, есть рядового состава. Я говорю, ну, мне без разницы. По крайней мере, если нет офицерской, давайте мне рядового состава. Поехали на вызов. Приехал на место. Начальнику Карлу ставлю задачу, значит, со стволом проникнуть в помещение. И, потому что получил информацию, что там могут находиться газовые баллоны. Извлечь газовые баллоны. Начальник Карлу на меня сделал, значит, широкие глаза там и так далее. Ну, все же прекрасно понимают, что новую боевку носят те, которые на службу пришли вот только-только. Какой-то тут салага, значит, какие-то, значит, команды. Причем еще и рядовой. Да-да-да, какие-то команды дает бывалому начальнику караула там и так далее. Все выполнили, все потушили, все вроде нормально. Я абсолютно спокойно к этой ситуации отнесся там, говорю. Тем не менее, начальник караула этот на следующий день утром пришел ко мне и извинился. Время было очень такое неспокойное там и так далее. Ну, это же период, когда зарплату-то получали с большими задержками. Прекрасно помню, что на 2-й день рабочий, значит, пришел личный состав из подразделений, которые несколько месяцев не получали заработную плату. Поэтому пришлось, да, действительно решать вопросы, в первую очередь, по обеспечению личного состава там, заработной платой. Поэтому, конечно, да, была сложность, сложно, тяжело. Пришлось участвовать в ликвидации аварии с обрушением бассейна в Часовом.
Я возглавил группировку, которая из Березняков туда выехала там, и так далее. Ну да, мы там практически с вечера до самого утра работали вручную, там разгребали все вот это, да, большое количество и пострадавших было, и погибших. Особенно вот, как-то намного сложнее даже, чем это припожали. Особенно, когда, допустим, есть там погибшие дети. Там. Причем психологически это тоже очень так серьезно воздействует на человека. Одно дело, там, допустим, на пожаре, а другое дело, когда сам руками там копаешь, разгребаешь все это там, и так далее, и находишь человека. А еще, тем более ребенка. Как потом восстанавливаетесь? У каждого какие-то свои методы. Я вот после трудового дня или рабочей недели сходил в спортивный зал, тренажерный зал, съездил на лыжи. Сколько раз в неделю у вас тренировки проходят? Ну, могу сказать, как записано в наших нормативных документах. То есть любой сотрудник либо работник противопожарной службы должен не менее 4 часов в неделю заниматься физической подготовкой, в том числе не менее 2 часов свободное от работы время. Я стараюсь вот это не нарушать. Ну, а вообще физическая подготовка для пожарного либо спасателя – это основа основ. А для пожарного что важнее – выносливость либо сила? Для пожарного наиболее важное – это терпение. И выносливость и сила, они в том числе развивают терпение. Представляете, значит, пожарному иногда приходится, особенно зимой, стоять по колено в холодной воде, а при этом у него от высокой температуры, от пламени огня, у него, значит, плавятся брови, там еще какие-то, так сказать, негативные воздействия на лицо, на руки там, и так далее. Это надо терпеть. Либо в летний период, когда там, допустим, идет тушение пожара на кровле, особенно на металлической, она же нагревается как сковородка. Ну, пожарному должно быть терпение. Вот именно перетерпеть ту нагрузку, которую ему надо осилить. В 2016 году я вышел в отставку, а в сентябре 2018 года я перешел вот сюда, в 12-й отряд. Значит, как раз 5 лет прошло, 5-летний контракт у меня завершился. Как-то изменилась пожарная часть за 5 лет? Благодаря руководству филиала «Азот» в части не завершена, но еще идет большая работа по ремонту, по реконструкции. Мы можем с вами посмотреть, вот буквально завершаются работы в большом спортивном зале. Может быть, техника какая-то новая, более современная пришла? Чем можете похвастаться? Современная техника пришла. Это автомобиль насосно-рукавный. От предыдущих моделей отличается тем, что у него очень мощный насос. Покажите. Смотрите, такой большущий насос, только патрубков, всасывающих 4. А на старых сколько? На всех автомобилях обычно 2 патрубка, больше нет, а на этом 4. Потому что насос, вот пожарные цистерны почти в 4 раза мощнее, а у насосной станции в 1,5 раза мощнее. Ну, то есть это позволяет как можно быстрее потушить? Нет, он позволяет на тушение пожара подать одновременно гораздо большее количество воды. Атака на огонь будет в 4 раза мощнее, чем от предыдущего автомобиля. Все опасные факторы происшествия ликвидированы. Практически на каждом пожаре, который происходил в Березняках, мы вас видели, вы сами там непосредственно принимали участие в тушении. Здесь когда последний раз выезжали? Выезд с дежурным караулом, ну, ведь бывает сработка сигнализации, либо какой-то аварийный останов производства, либо ну, какое-то происшествие, которое может по развитию вырасти, допустим, в пожар, либо в какую-то, так сказать, в более крупную аварийную ситуацию. Тогда действительно, конечно, с дежурным караулом или с пожарной частью приходится выезжать на место и уже на месте принимать те или иные решения по взаимодействию с объектом, с руководством объекта. Каждый пожар по-своему сложен, потому что каждый пожар – это чья-то беда. Кто-то,
На любом пожаре кто-то есть пострадавший все равно. Все пожары, какие бывают, они бывают сложные. Это страшно, входить в горящее здание. Как преодолеть этот страх? Ну, я думаю, что у каждого пожарного есть какие-то свои методики для того, чтобы как вот это все перебороть. Но все равно это достигается опытом, подготовкой, если пожарный подготовлен, экипирован там и так далее. Я начал свою службу в пожарной охране еще, так сказать, в советский период, когда у нас на вооружении были кислородно-изолирующие противогазы. То есть не воздушные, а кислородно-изолирующие. А там принцип совершенно другой. Я, имея опыт работы в КИПе и в воздушном аппарате это вообще комфорт, я бы так сказал. Потому что, ну, во-первых, значит, под маску подается воздух. То есть в КИПе надо воздух как бы высасывать из аппарата. Ну, усилия. Да, усилия на дыхание. Здесь же воздух подается под давлением, маска обдувается, воздух практически в той же температуре, что и, так сказать, окружающая среда. Вес, правда, значит, тоже такой немаленький. Значит, в снаряжении больше 16 килограмм. Владимир Иванович, а вообще экипировка пожарного, сколько она весит? Ну, у всех же боевая одежда по-разному. У кого-то чуть полегче, у кого-то чуть потяжелее. Но если наденете пожарные сапоги, то сразу почувствуете, что ветром-то точно вас не несет, не оторвет, потому что они тяжелые. Честно признаюсь, сапоги тяжелые. Владимир Иванович, у вас много различных наград, и ваш портрет был занесен на городскую доску почета. Всех наград, какие можно было получить, я уже получил. И чего, так сказать, ожидать? Что-то, ну, надо приносить пользу тем людям, которые работают рядом с тобой, тем людям, которых ты защищаешь, для которых наша работа строится, чтобы было безопасно, чтобы люди могли спокойно работать на производстве там и так далее. Владимир Иванович, очень часто вижу вас на различных соревнованиях. Это и лыжероллеры, это и легкая атлетика. Что дает вам участие в них? Ну, вот чтобы заниматься, все равно нужна какая-то мотивация. А если занимаешься спортом, все равно хочется где-то с кем-то себя сравнить. Для больших занятий или для следующих тренировок больше мотивации не от победы, а от поражения. Если человек проанализировал, вот тут проиграл, тут и так далее. Вот в прошлом году участвовал в спартакиаде ветеранов России в составе сборной команды Пермского края. Ездили мы на эту спартакиаду в Тольятти. Мне как раз отпуск был. Ну, думаю, нужно поддержать команду, тем более на спартакиаде Пермского края занял первое место в легкой атлетике. Там занял четвертое место. Ну, проиграл совсем немножко, но все, остался без медали. Ну, проанализировал, почему, все, вот, почему это случилось. Пошел в Тольятти, там, во дворце спорта, в ларек. Ну, деревянной ложки не оказалось, купил себе ложку, на которой написано Тольятти, поставил дома на видное место, что вот это вот знак, что, ну да, вот не доработал, поэтому остался без медали. В этом году участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и на первенстве России среди ветеранов, и на чемпионате России. И там занял третье место. Ну, вернулся с медалями. И уже, конечно, доволен. У нас в Березниках есть детская секция по пожарно-прикладному спорту. Вы как-то тоже принимали участие при ее создании? Да, после трагедии на Биротоне было принято решение о проведении ежегодных соревнований памяти пожарных, которые погибли при ликвидации аварии на Биротоне. Ежегодные соревнования. Всегда они проводились и проводятся летом, в июне месяце, как раз приуроченные к дате памяти. Это соревнование как для взрослых участников, так и для юношей. Причем вот юношеская команда и команда взрослых, она в Березниках всегда была одна из лучших. Юношеский спорт всегда был развит. Но для того, чтобы получить, он получил новый толчок,
было найдено взаимопонимание со спорткомитетом. Удалось найти взаимопонимание, и при детской спортивной школе «Темп» было открыто отделение пожарно-прикладного спорта. Мы с вами сейчас заходим в спортивный зал, в котором, которому пристроена учебная башня на две дорожки для учебно-тренировочных занятий по подъему на высоту. Здесь можно тренироваться как в подъеме по штурмовой лестнице, по выдвижной лестнице, отрабатывать способы самоспасания, подъем пожарно-технического вооружения на высоту с помощью веревок и так далее. Для подготовки спортсменов это очень такой важный объект, потому что действительно круглогодичная подготовка. Проведена огромная работа. Здесь, конечно, в первую очередь это заслуга руководства филиала «Азот», которые выделили средства, организовали вот эту работу. Городская и юношеская команда по пожарно-прикладному спорту, они прямо ждут, не дождутся, когда же вот все-таки откроется после ремонта манеж, где можно будет готовиться, тренироваться к новому старту. Владимир Иванович, вы считаете себя большим человеком? Ну, как считать большим человеком? И должность, да, она обязывает, в том числе, не только наделяет человека правами, но в большей степени, вот особенно сегодня, в сегодняшнее время, наделяет обязанностями и ограничениями. У каждого есть в своей жизни, наверное, большой человек, который дал ему путевку в жизни, ну, в том числе, допустим, родители. Кто-то посоветовал выбрать тот или иной жизненный путь. Поддержал в трудную минуту. Нельзя сказать, что большие люди делают большие дела. Большие люди делают хорошие дела.